Всем привет. Вот такая у нас свободная минутка. А то вечером сил вообще нет. Приходим с Масей, я пока готовлю, пока покушали, ложимся в кроватку и все. Я говорю, может быть, перископчик? Она говорит, нет, нету сил на перископчик. А выходные что-то такие насыщенные, что вообще. Чего хорошего. Через выходные мы едем в Москву с Масёськой. И вроде даже будем сниматься в одном клипе. Но пока не раскрываем. Вот. Так, помнишь, как тебя мусора крепили? Это к чему вопрос такой? Как дела? Дела шикарно. Потихонечку мои подопечные все возвращаются. Инстаграм растет как на дрожжах. Мы открыли еще один YouTube-канал для иностранцев, потому что очень много иностранцев хочет общаться. А по-русски они не понимают. Какая марка машины? «Властелин колец». Машина новая, 15-го года. Так. Саня, почему не делаешь пластику на груди? Какую пластику? Импланты обратно поставить или что? Татушка забьет все аккуратненько. Функционалка приходит. Так что, в общем, все хорошо. Так, привет из Челябинска. Спасибо Челябинску тоже. Казахстану тоже огромный привет. Был ли я в Анапе? Нет, не был. Поменял Опель? Поменял. Как тягу к сладкому отбить? Неделю не поесть, и через неделю становится все гораздо проще. Только не надо его есть время от времени. Растет ли у меня масса? Не, я кушаю мало, а тренируюсь много. Вот сегодня уже была одна тренировка, а вечером еще одна будет. Когда выйдет клип, сообщу. Да, это обязательно. Привет из Тюмени, и Тюмени точно привет. И Одессе. Ой, сколько у нас тут народа. А, пил ли я вчера вино? Не, мы не стали вчера открывать вино. У нас была недопитая бутылка коньяка, грамм так, наверное, 125. И мы вчера коньячок с колой пили. Вот. Когда 50 граммов, утром вообще практически ничего не чувствуется, зато организм расслабляется шикарно. Так, что с губами вам на YouTube? Там есть топ-10 вопросов, и, собственно, там все и будет. Шура, любишь ли пиво? Раньше, да, мы с моим другом Юрой постоянно пили пиво, но это был только Гиннес. Так, пил ли я водку? Ну, когда-то студентом, вообще алкоголь не очень люблю. Саша, не жалко такой коньяк с колой? А у нас был, хороший 10-летний коньяк. Не хотелось, тем более у меня желудок после доминиканской пищи еще такой, очень-очень раздраженный, не могу я чистоганом ее пить. Так, почему я пил Гиннес? Не знаю, потому что Гиннес на азоте, он пьется совершенно легко, собственно, вот так. Порекомендовать пластического хирурга Маурова Лариса Батраза на Санкт-Петербургский институт красоты. В общем, если нужны какие-то будут другие потом координаты, скажу. Вот. Так, привет. Любишь ли шаурму? Честно, да, люблю, но не ел, наверное, пару лет. Как деньги зарабатываю? Как и все честные люди, честным трудом. Так, чего хорошего? Хочу за грибами, а грибов на самом деле что-то мне все говорят нету, их мало. Обычно грибы мы с Маськой ездим собирать под Выборг, так что ждем. Мои ли губы? Конечно, мои. Или что вы думаете, я откусил у кого-то и пришил себе? Сколько у меня стоит персональный тренинг? Вау, какие-то вороны. У меня он стоит 2000 рублей за тренировку. Любишь ли сладкое? Нет. А вот Мася моя любит. Так, с Оренбурга привет, спасибо. Лайк за шаурму. Так, как вес набрать вообще не идет. Да я уже много раз отвечал по этому поводу. Вес набирается достаточно легко. Нужно просто планомерно по 500 калорий добавлять в неделю. Вот. Добавляются они совершенно просто. Это можно вон, 100 грамм орехов добавить. Это, между прочим, будет 600 калорий в неделю. Так что через неделю еще. Добавлять сразу бесполезно. Да и организму не в пользу пойдет. Приедешь ли я в Нижний Новгород? Я просто так точно никуда не езжу, поэтому без обид. Зачем ты красишься? На этот вопрос есть ответ на ютубе. Топ-10 вопросов для Александра Шпака. Он входит туда. Я не накрашен, это татуировка. У меня длинные волосы, да, просто Маська их в такой вон турунчик завязывает. Так. Вопрос, ты гей, крашу ли глаза, что у меня с зубами, и прочее, хочу ли я детей, это все в топ-10 вопросов. На ютубе есть видео, специально для вас снял, чтобы лишний раз в ютубе, в перископе об этом не болтать. Сбросить вес наоборот, тоже уже 1000 раз отвечал. Убираете соль. Убирайте сладкое и начинайте двигаться. А самое главное питаться маленькими порциями и пропорционально в течение дня. И будет все хорошо. Да, и желательно без молочки. Так, губы прикольные, спасибо. Че, тренил?
А я все время делаю суперсетами, поэтому тренировки у меня летом достаточно короткие, вы не поверите, они на самом деле у меня порой укладываются в 15 минут, либо в 20-25 минут. Сегодня делаю тягу верхнего блока, пуловер и становую тягу, и так по кругу 5 подходов. Все по 20 повторений. Вот. What think my mother? My mother very happy, because me very perfect son. Где живу? В СПБ. Приедете, переезжаю в Москву. Ну, переехать не перееду, но мы туда едем 20-21, а может быть даже и 19 числа. Сейчас как раз ждем согласования с клипом. Саш, соль вообще убрать? Соль убрать вообще из пищи, но можно несколько хитрить. Можно где-то добавить ложечку кетчупа, где-то можно добавить маленький кусочек сыра, но чтобы это было именно осознанно, не то, что здесь посолил, то сожрал, это вот этим закусил. Собственно, вот так вот. Цвет ногтей коралловый, у нас маска одинаковый. Так, слушай, вес 53, рост 176, сколько надо набрать массу мне? Нету какого-то определенного параметра веса при росте, ни для девочек, ни для мальчиков. Важно, что вы видите в зеркале, устраивает вас это или нет, собственно, и все. Так, в Дагестан приедешь, уедешь без члена. Ну, если вы любитель мужских членов, я вам сочувствую, так что не позорьте Дагестан. Так, ем ли я майонез? Не, майонез точно не ем, сметану ем. Возможно ли за полгода достичь хорошего результата? Да, возможно, если вы будете впахивать нормально, посвящать этому практически весь свой распорядок дня, то за полгода реально можно достичь результата неплохого, даже можно месяца за три. Так, привет из Беларуси, и Беларуси тоже большой привет. Хлеб с лимоном с фруктозой. Фруктоза и сахар практически имеют одно, точнее, они точно имеют одну и ту же калорийность, но, возможно, несколько иначе работают на повышение сахара в крови. Собственно, вот так. Так, барыжишь еще? Что надо? Как избавиться от пищевого психоза? Он избавляется очень просто, когда в вашем холодильнике есть помидорки, огурки, болгарский перчик, клубничка, там, вишенка, киви, мандаринки, а не пироженки и тому подобное. То, в общем, психоз весь заканчивается тем, что вы поедаете целую кучу фруктов и овощей, которые не всегда усваиваются, и все нормально происходит. Показать татухи я не могу, потому что у меня не такая длинная рука. Так, как можно быстро похудеть, Саша, это просто супер. Так, возможно, что ты был моим персональным тренером. Если в СПБ, то возможно, если по удаленке, то это мало продуктивно, потому что по удаленке в основном ребята по скайпу консультируются с какими-то более серьезными либо проблемами, либо травмами. Вот. Заниматься по удаленке, ну, теоретически можно, если у вас уже есть какая-то база. Я не смогу показать ни технику, ничего. Все остальное это такая некая бутафория. То есть можно дать направление, но не точно не прослеживать весь ваш путь. Так. Зачем красишься, скажи мне. Я уже говорил. Видео на ютубе забивайте. Саша Шпак, это мой канал. Там топ 10 вопросов для Шпака. Там все то же самое. Что у меня с губами, глазами, зубами и всем прочим. Вы знаете культуристов-вегетарианцев? Я знаю людей, которые говорят, что они вегетарианцы. Ребята, которые занимаются ББ, есть такие. Но они, собственно, все едят протеинчик. Собственно, вот так вот. Привет из Германии. И Германии большой привет. Короче, по удаленке это бред. Да, я с вами согласен, я о том, собственно, и говорю. Передать привет парням из Девяткина. Девяткина, привет. Так, протеин какой посоветуешь новичкам? Нет протеина, который есть для новичков или старичков. В общем, выбирайте на свой свет и вкус. Сывороточный изолятик, либо казеин, если у вас большие перерывы в пище. Собственно, все. Понравились ли ролики в Доминикане, особенно где тебя... я не успел прочитать. Так... Ребятки, всем, кому я не нравлюсь, и вы продолжаете смотреть трансляцию, либо вы мазохисты, либо извращенцы. Посему поэтому кнопочку жмете, выходите и не смотрите, а ваше прикольное мнение прикалывает только вас. Остальным оно точно не нравится, вы же на моем канале. Сашка, бровки сделай? Сделаю. Сделаю бровки, глазки, но надо их еще раз выжигать. Скоро будем в Выборге, это уже после ролика, видео, и, соответственно, выжжем еще раз лазером все, а потом забьем заново, но по-другому. Вот. Что у меня осталось? У меня осталось 12%. Ну ничего, это еще минут на 10. Почему я не больше? Ну потому что, во-первых, когда попадаешь в топ, прилетает целая куча людей, которые сюда потом больше не придут. А если они подписываются на твой канал и дальше начинают писать, то это осознанные хейтеры, которые, в общем, меня рекламируют. Если я буду тратить время на то, что буду блочить каждого засранца, то получится, что я, вместо того, чтобы с вами болтать, буду заниматься какой-то фигней. Как ничего не делать с лицом уже? У меня есть мой пиар-менеджер, это моя Мася, так что все вопросы ей, она вам все расскажет. Я стоматолог, скажу, у кого зубы делал.
Игорь Даниленко, его клиника находится в угол Английской набережной и улицы Декабристов. Эстедент, по-моему, так ролик, контора называется. Саня, принимаешь что-нибудь из адаптогенов? Честно говоря, сейчас вообще не ем ни спортивное питание, ни БЦАшки. Ем очень много фруктов, мясо ем пару раз в день. Белка, дай бог, если грамм 100 у меня уходит. И, собственно, даже не заморачиваюсь по этому поводу. Я видел твой инстаграм. Так, хорошо, подписывайтесь. Я всегда чем-нибудь там пытаюсь интересное выставить. Для роста в 300, что применишь в плане тренировок? Классика жанра, если не боитесь за плечевые суставы, то это параллельные брусья, желательно с суперсетом, предварительно где-то чем-то еще забивать их, чтобы уже с алгоритмами локтями идти, жимовским хватом, по большому счету все. Бицуху это Сережка Миронов показывает, когда будет видео с Кокляевым, ну мы выложили видео, оно на канале уже есть, по-моему, 6 дней назад, а дальше надо с Мишкой встречаться, а Мишка пока в разъездах. А он будет в Петербурге, я думаю, что мы увидимся, но это в сентябре. Так, привет, Саня, теплый привет из Израиля. В Израиле всегда тепло. И наш привет солнечному Израилю. Так, по поводу анаболических стероидов я не консультирую. Ты с девушками или с мужчинами? Если вы сюда попали, то, наверное, видите, что там написано Саша Шпак. У Саши Шпака есть свой канал на Ютубе, а там есть, собственно, все обо мне. Так, я смотрю, мальчик не успокаивается, он все пишет, что он гей. Видимо, у вас есть какие-то познания, какие-то пруфы. Часто общаетесь с геями? Забрасывайте это. Так, внутренняя часть бедра как накачать? Никак. Внутренняя часть бедра практически не качается. А жирок оттуда можно убрать двумя путями, тренировками или липосакцией. А если там дыра, ну тут уже стоит другой вопрос, какой другой мышцы это закрывать. Либо квадрицепс несколько раскачивать, либо бицепс бедра. Ну тут уже каждому свое. Так, Саша, ты будешь делать... сходку в Москву. Что это значит сходка? Я буду ездить в Москву, мы ездим в Москву, у нас закуплены билеты и на август, и на сентябрь. Однозначно мы будем там в ноябре, но билеты еще не покупали, собственно, вот. Где Маська? Маська директор, большой босс, она на работе работает. А я натренировал своих девчонок и пообедал. У меня он старый добрый тархун. Ну что-то, кстати, на самом деле он оказался не старый, не добрый. В детстве тархун был более зеленый, более ядреный. Сейчас какая-то эссенция. Так, впервые видите такое? Но ничего, привыкайте. Мир разнообразен. Как на неделю, за неделю похудеть на 10 килограмм? Никак. Ну, точнее, есть целая куча вариантов похудеть на 10 килограмм за неделю, но это как минимум небезопасно и не полезно. Кожа ваша потом провиснет, не говоря о том, что еще и внутренний жир начнет уходить, и внутренние органы могут начать менять свое положение. Так что ни хрена хорошего с этого не выходит. Собственно, вот так вот. Так, позитивные мысли тут. Нижегородский тархун неплохой. А это Родников. Явно не нижегородский. Так, покажи свои банки. Нет у меня банок. Что вы представили? Я вообще тренируюсь в удовольствие. Что у тебя с зубами? А вот что, Саня, на каникулы снова поедете в Тай? Мы с Маской однозначно поедем в Таиланд на Новый год, конец декабря и начало января там будет. Обязательно сообщим всем, с кем захотим увидеться там. Есть у нас в планах однозначно еще скататься оттуда в Камбоджу по храмам, посмотреть что интересное. Собственно, вот так вот. Мальчики, девочки, все, кто заходит заново в трансляцию, задают вопросы про глаза, зубы, губы и прочее, идите на YouTube. На Ютубе Саша Шпак забиваете, попадаете в топ, видите топ-10 вопросов Александру Шпаку. Там весь все ответы на это. Если у меня позвоночные грыжи, пароходу нету. На тайских каникулах мне в одном месте хорошенько так подзащемило, но, в общем, там не грыжи, потому что никуда не отдает. Пью ли я кровь? Да. Вы были в Камбодже в этом году. Это прикольно. Мы тоже надеемся увидеть это лично, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так... Разноречивые комментарии от Фуда Красавчик. Сколько раз в год мы отдыхаем? 3. 2 месяца в году мы отдыхаем. Ну, это у нас происходит так вот, в разные моменты, в разные периоды. Так, сколько лет? 18+. Дмитрий Коков крутой. Кто бы спорил, Дима крутой спортсмен, крутой человек, в общем, да. Так. Ну, зачем вам моя бицуха? Где в Тае отдыхаете? В Найн Харм, наверное, так и поедем. Нам там понравилось, мне понравилась лагуна, там прикольно было купаться. Фруктики, в общем, дороговато немножко, но так, нормально. Ты шоумен? Походу, да. Бицуха? Ну, какая мне бицуха?
Вот такая бицуха, маленькая, видите, по-моему. Сколько зарабатываю? Дорогой мой друг, ты только столько написал уже гадости, по-моему, 7 или 8 комментов. А теперь ты задаешь мне вопрос, сколько я зарабатываю. Это такой же интимный вопрос, как все остальное. Вас он не должен колыхать никак. Так. Саша, ответьте мне, пожалуйста. А вы задайте мне еще раз вопрос, потому что я не всегда читаю. Так, батончики мюсли можно заменить прием пищи в 11 или 16 часов? Мюсли бывают разные. Лучше что-то спортивную шоколадку, где сывороточный белок неплохой. Зайдите в магазин спортивного питания или закажите в интернете. Но, по крайней мере, там не должно быть много углеводов. Вот. А мюсли, ну как? Там, в общем, все равно будет сахароза как минимум. У вас куки? Да. Скажи, ты гей? Я ответил на это на Ютубе уже в двух или трех разных роликах. Заходите на Ютуб, смотрите, это будет гораздо лучше, чем если я буду рассказывать сейчас. Губы свои? Свои. Кем работают? Тренером. Обязательно нужен ПКТ, и в каких случаях обязательно? Обязательно в том случае, если вы собираетесь заводить детей, то ПКТ нужно. Во всех остальных случаях организм восстанавливается сам достаточно однозначно и быстро. Буду ли я встречаться в Москве с фанатами? График будет жесткий, еще не знаю. Мы купили билеты на 20-21, но нас попросили приехать еще на 19. Сегодня это должно решиться, и тогда будет понятно, что будет. Что посоветуешь спортпита бойцу ММА? БЦАшки однозначно, витамин С однозначно, глюкозаминовые комплексы для суставов точно, а креатин смотреть по восстановлению, просто креатин небезопасная добавка, чтобы не писали производители, то есть песочек в почках заработать можно достаточно быстро, поэтому на вкус и цвет, но ребятам, в общем, нравится, восстанавливает однозначно. Занимался ли единоборствами? Да, долго, но это было давно. Какая машина? Audi. Гог Берквей, она трансу ведет. Я даже прочитал ваше сообщение. Вопрос, у тебя желудок не пучит от фруктов? Да? Такое есть. В Доминикане я налегаю на фрукты так, что через 3-4 дня моя пищеварительная система охреневает. И это не самый лучший вариант. До сих пор меня еще колышет. Собственно так. Как вы на Ютубе подписаны? Саша Шпак. Забиваете и сразу выходите на мой канал. Там 28 с лишним тысяч человек. И, соответственно, вот. Что это такое? У меня кончилась энергия. Так. Можно ли курить и ходить в качалку? Да, есть такие ребята, которые курят и ходят в качалку. Короче, я ничего не вижу. Зубы, пожалуйста. Знаете, смотрите. Все, мальчики и девочки, как ни прискорбно, мой телефон разрядился. Я ни хрена не вижу, что вы пишете. Почему я так выгляжу? Мне так нравится. Саша, ты лучший. Мася, спасибо, что предпочитаешь слушать по музыке. Я люблю хард-рок, а Мася моя любит руки вверх. Вы представляете, да? Это единственное разногласие у нас в семье. Ну, вы же понимаете, я мужчина, лидер семьи, поэтому мы слушаем руки вверх. Все, мальчики, девочки, всем пока, всем спасибо. До новых встреч. Все равно ничего не вижу, что вы пишете. Я не могу так читать. Все. Как я подписан? Саша Шпак, я подписан. Заходите и видите мой канал сразу. Все, всем пока, до новых встреч.